Юрій Кирилович, Да. наступне питання від глядачів. Воно пов'язано з Авраамом. Ми знаємо, що євреї говорять, що це наш духовний батько, і нащадки Ізмаїла, мусульмани теперішні, вони говорять, це наш небесний батько. Як це поєднати? Як можна розділити Авраама і для того народу, для того, чому йде ця така ворожнеча, якщо в них один духовний батько Авраам? Ну вот вопрос это сложный. Он интересный, конечно, вопрос. Ну и в то же время ну, такой провокационный, потому что он нас помещает в такую среду, в которой ответ это, скажем так, желанного нам нет. Потому что из этого текста, из этого эпизода обетование, которое Бог дает Аврааму, вдруг становится и обетование, которое он дает и Измаилу, как наследнику Авраама. И эти обетования для мусульман являются основным богатством, на которое, опираясь, они сейчас ведут такую войну на истребление Израиля, убеждая себя и всех своих последователей, что эти евреи украли Божье обетование, которое принадлежит Измаилу и нам, его наследникам. И вот теперь, значит, нам надо восстановить эту справедливость, этого Израиля быть не должно. Ну, это самые радикальные такие группировки, скажем. Если, как и нам, христианам, к этому относиться, нам вот как раз опять, я лично вижу, что нам нужно относиться к этому с таким терпением, снисхождением и сознанием своего недостоинства, чтобы знать досконально волю Божию. Вот. Что хотел Бог? Какие у него были планы? Вопрос вас уже не имеет на ответа. Мы должны внедриться в сознание Божье и сказать, вот Бог, что имел в виду. А хотя прошли уже несколько тысяч лет, и история развивалась таким образом, что обетования, данные Израилю, Аврааму, Исааку и Иакову, они в Израиле не исполнились. Израиль не смог получить ту землю, которая ему была начертана. Он остался в пределах совсем небольшой части земли. Он не стал таким многочисленным, который вот хотя бы сравнился бы с каким-то арабским миром, в которых сотни миллионов населения, и которые в этом случае обладают такими сокровищами, благословениями, и потому что он отпустил его с подарками. И, ну, евреи говорят, так скажем, с утешением, вот подарки для всех евреев, и газа, и нефти, и все, что хотите. А мы вот у нас только одни мозги и только одно обещание. И мы совсем немногочисленно остаемся в окружении вот этого ненавистнического или противостояния жестокого. Вот в этом вопросе у меня нет ответа окончательно, потому что я должен себе самому или игнорировать, или исключить. Очевидно совершенно, что когда и мусульмане утверждают, что они являются детьми Авраама. Ну, возразить против этого ничего нельзя. Вот вы читаете этот текст. Я тогда спрашиваю, почему вы, дети Авраама, братья Израиля, которые являются тоже сыном Авраама, причем по обетованию, почему у вас ненависть к Израилю? Почему у вас страсть истребить Израиль? Это не является действием ни Бога, отца Авраама, ни самого Авраама. Даже когда Авраам отпустил Агарь с Измаилом, он не выбросил ее в пустыню умирать. Он всего лишь навсего отодвинул, сделал территорию свободы, чтобы родной и неродной не воевали друг с другом. Почему вы воюете? Это мой вопрос к мусульманам. Израиль в этом отношении ведет себя совсем иначе. Он очень благосклонен ко всем находящимся вокруг него наследникам Измаила. Он позволяет им жить вполне, так скажем, комфортно, пользуясь благами, которые Израиль имеет от Бога. Здесь уже на вот такую вот почву накладывается и религиозная страсть, и страсть чисто такая человеческая, можно сказать, и дьявольская, жажда господства. Жажда господства, причем жажда господства и политического, и материального,
и религиозного. Вот эта страсть, которая выражена в таких желаниях, там, где мусульмане, только должен быть закон, шариат, только там должна быть традиция исламская, там никаких даже возможностей хоть как-нибудь осмыслить в современных, так сказать, понятиях саму веру мусульманскую, саму традицию, сами принципы исполнения этой традиции. Поэтому мусульмане в этом случае остаются, ну, конечно, такой территорией, над которой хочется сказать, остановившись, братья-мусульмане, вам необходимо привести в порядок свое отношение к Израилю. Это прежде всего. Но здесь, замечу, и христиане недалеко ушли от ислама. Антисемитизм, такой уже избитый термин, но на практике ведь он везде проявляется вот в таком презрительном и осуждающем отношении к евреям. И эти погромы еврейские, опять снова вспоминаю, и сегодняшний антисемитизм, который усиливается, это такая вульгарная, иногда бытовая неприязнь, но она демонстрирует то же самое, и исламский фундаментализм, и христианский фундаментализм. А Бог показал вот это многообразие. Значит, Израиль и Измаил, да? Два наследника у одного Авраама, которые вот здесь сталкиваются. А Бог говорит, я вам и вам даю свои благословения. А мы не можем преодолеть эту страсть. А ведь во Христе, который Моисею говорил Бог, придет примиритель, и ему покорность народов. Примиритель Христос пришел. Когда мы научимся быть покорными Ему? Когда мы научимся любить евреев? Когда мы научимся любить мусульман? А это, мне кажется, еще территория невозделанная. Это еще опыт не полученный, не приобретенный для нас. И если спрашивать, а какая у Бога была задумка, вот таким образом создав эту троичность в своем поклонении, я думаю, что он ее создал, чтобы я, как христианин, даже в нашей христианской многообразной семье, я баптист, а он пятидесятник, а он православный, а он католик, а он реформат, а он лютеранин. И между нами война на истребление. А если я обращаюсь к отцу и к этому опыту, во всем этом многообразии, он же ведь отец, и я всего лишь один из этого множества, что я должен их ненавидеть, что они не такие, как я? Или я должен благодарить Бога, что я такой, как я? Потому что он мне дал своей любви, своей жизни, своих заветов, и я иду теперь этим путем за ним. И Господь говорит, а что тебе до того? Ты иди за мной. А когда Господь говорит, а не судите ни о ком никак. А когда Господь говорит, не судите, тогда я должен этот урок освоить. И не идти с открытым забралом на уничтожение всякого инакомыслия. Прежде всего в своем доме. Опять возвращаемся, дом, ты и дом твой будет спасен. Это же значит, я должен воспринимать, что в моем доме рождается Исаак, рождается Измаил и рождаются еще дети, которые потом становятся блудными. И вот в этом случае вот ваш вопрос, он, конечно, не то, чтобы мы на него получили ответ, но подвигает нас именно к этому. Оказывается, Бог и в Измаиле свои обетования оставил. Он Аврааму не вменил вины. Что же ты с наложницей там понимаешь? Ты, во-первых, не поверил. Я же тебе сказал, будет. Во-вторых, ты, значит, с наложницей вступил в половую связь. В-третьих, ты своего сына выгнал. Какой же ты отец верующих? Ты какой-то просто сумасшедший. Бог этого не сказал, и мы этого не говорим. Но мы прикрываем эту проблему. Мы ее не хотим познать и не хотим принять. А это значит, что у народов на земле, находящихся сотни тысяч, у всех-то Адам отец, все мы от одного произошли, и нам нужно ко всем относиться с любовью. Вот. Но в этом случае, когда мы с мусульманами сталкиваемся, здесь религиозное противостояние. Можно упрек дать в адрес мусульман, в их агрессии, в их непримиримости, но не без вины христиане. Не без вины христиане. Сам по себе акт вот того магометанского нашествия, которое христианство на востоке Римской империи, вот так скажем, изгнало или его подзаменяло на ислам, жестоко и мечом и огнем, что называется, ну, в ответ крестовые походы, так скажем, расквитались и показали, что агрессия христианская, она немного лучше, чем агрессия исламская, мусульманская.
Значит, этот урок истории нам нужно осмыслить и покаяться. Сказать, мы здесь были неправы, мы вторглись в то, что Бог допустил. И в этой войной замарали историю свою христианскую. А потом на нее накладывается еще история инквизиции и всех этих костров, в которых горели разного рода реформаты и искатели истины. Это была история, опять, за которую надо покаяться. Папа Римский там приносил покаяние и за преследование евреев, и за инквизицию, но в нашей истории нет, во-первых, никакого намека на покаяние. А история, допустим, православия нашего, российского, теперь русского, это история полна крови. Жесточайшая, жесточайшая религия, которая внутри православия, старообрядцы, и то, что появилось теперь, то, что мы называем греческая, русская православная церковь, а между ними костры, изгоревшие, не знаем сколько людей, за эти две буквы или два пальца, в которых старообрядцы были верны своей традиции, а вот эти реформаторы сказали, нет, это уже не современно. И сегодня продолжается это. Также и в баптизме продолжается. Противостояние, которое сегодня происходит на этой арене, когда украинские баптисты защищают свой дом, а русские баптисты поддерживают агрессию. Вот это может быть более даже болезненная тема, чем как относиться теперь к наследникам Измаила. Они все-таки дистанцию имеют, у них есть свой храм, и они там выполняют свою миссию и традицию. А мы, когда вот тут братья в одного Христа веруя, способны вдруг оказаться зависимыми от какого-то внешнего влияния и пойти на брата. Наше христианство здесь испытаний не выдерживает. Наше христианство здесь нуждается не в познании, как Бог относиться будет к исламу, а в познании, являемся ли мы по-настоящему рожденными от Бога, у которых Царство Небесное, один Отец и один Господь, и одна вера, и одно крещение, и надежда одна. Здесь вот вопрос сюда меня заводит. Здесь у меня больше тревоги. Юрій Кирилович, а чи хотів Бог, щоби потомки Ізмаїла мали Біблію, ну, старий заповіт, там, Тору, як їхню книгу, керівництво для їхнього життя? Можливо, тут все лежить в тому, що вони не знають, чи, можна сказати, не слідують за старим заповітом, вони не мають Христа як Спасителя, тому що коли мусульмани приходять до віри в Христа, то ми бачимо, життя змінюється людиною. І по суті, тут ми не говоримо про якусь державну релігію, там християнську або іншу. Ми говоримо про особисті стосунки з Богом і старого заповіту, і потім Христа. Тому, якщо б мусульманський народ мав би Біблію і старий і новий заповіт, можливо, все було би по-іншому. Чи чому вони не, можна сказати, не пішли шляхом того, що вони поважають слово Боже, яке є у єврейського народу? Може, тут є якийсь корінь проблеми? Ну, можно согласиться, что здесь есть корень проблемы. Но он опять упирается в то, что Ветхий Завет и Тора, христиане его, так скажем, положили на полку и написали Новый Завет. И тем самым дали мусульманам пример. Почему? В этом случае мы не видим, но на самом деле, что произошло с появлением Нового Завета и христианской традиции? Хотя она в язычестве возникла, и здесь, может быть, есть некоторое снисхождение для христиан. Но суть заключается в том, что Тора для нас недостаточно. Еврейская история для нас не является основанием. Для нас начинается новое. И она, еврейство, отвергает это новое. Теперь это новое, как бы, Тору откладывает в сторону, историю Ветхого Завета откладывает в сторону, появляется новое, как это на маслине привитая новая ветвь появляется. Да? Ну и у мусульман появляется, так скажем, основание свою собственную традицию возрождать, начиная ее вот с такого, как у Магомета проснулась эта страсть, и он вдруг увидел, иудаизм – это неправильно, христианство – это неправильно, а как правильно, а вот как правильно, и написал этот Коран.
Читая его, мы понимаем, что там есть и оттуда, и отсюда, и новозаветные, и старозаветные выдержки, и нечто новое, и такое, может быть, иногда сумбурное изложение. Но главное, что вот это покорение Богу, которое насадил Магомед на отвержении и христианства, и Израиля, оно было главным, может быть, условием, что Израиль не прав, его надо уничтожить. Христианство не право, потому что оно неверно трактует Божье откровение, и только мы правду носим. Вот поэтому Магомед пророк, и нет другого. И у них вот эта страсть, она теперь религиозная страсть. И это всякое инакомыслие, всякое иноверие, оно должно быть уничтожено, чтобы воцарствовал Христос. То есть Магомед и Бог, Аллах. Вот она чисто человеческая, ну, может быть, дьяволом навеянная, это искаженное мировоззрение. Поэтому, почему они это не сделали? Есть, мусульмане сегодня принимают Христа так же, как и евреи, тогда они становятся христианами, активными, и очень благочестивыми, и тем, которым можно поучиться, они несут это просвещение в ряды мусульман. Нелегко для них это, безусловно, связано с агрессией, с угрозами лишить жизни и даже с исполнением таких страшных наказаний. Ведь мы не знаем, а на самом деле тысячи мусульман гибнут за веру в Иисуса Христа, их лишают жизни свои же родственники, свои соплеменники. И мы видим эту войну на Кавказе, там жесточайшие требования ислама, не подходи христианам. Можешь жить, но никогда про свою веру никому не говори. Вот такое вот отношение. Поэтому растущее вот это вот озлобление, оно ведь должно привести к тому, что Армагеддон, он уже корячится, так скажем, на подступах к финальной черте. Мы видим, а кто же будет воевать там напротив Иерусалима. Для этого Вселенной должна созреть эта атмосфера ненависти. Конечно, она сегодня близка к тому, потому что корень всех вот проблем человеческих – это Израиль. Ложное понимание, но оно насаждается, и оно находит почву добрую, и в людях возникает это нет. Израиль убери, и все будет в порядке. Потому что тут из-за него, понимаешь, они там засели, и тут мусульман они притесняют, а потом, посмотри, они из нашей огороды лезут. Гитлер-то вот этот Холокост развел не на пустом месте. Он получил поддержку, и представь себе, миллионы людей тащили этих евреев в эти печки, засаживали, газом травили, сжигали. 6 миллионов Холокост поглотил евреев. Сколько было тех, которые их жгли, которые тащили, которые осуждали, выискивали их? Это была массовая такая гонка на смерть. Теперь она вот к Армагеддону, она должна напитать людей и в Африке, и в Азии. И они двинут на Израиль. Вот это и есть причина, что там на этих отступлениях от буквы вместо любви к Израилю возникает ненависть. Она подпитывается этой ложной религией. Оказывается, Бог Израилю отказал, оказывается, Бог христианам отдал свою милость, оказывается, Бог дал этим мусульманам свою милость, а Израиль надо уничтожить, они стоят на пути против Божьей веры. Я вот сказал бы, в итоге мы прошли по вот этому кругу истории и существующей реальности. Она трагическая, она полна злобы, крови, и в нее вовлечены мы все. Но опять возвращаясь к Иисусу Христу, который прошел точно ту же самую дорогу от рождения, будучи вот вынужденным бежать, скрываться, и на кресте завершил свою коротенькую жизнь. Но в этом вот коротеньком путешествии, при окружающем зле, в котором он жил, он являл любовь. И он льна курящегося не угасил. И искры он не потушил. Вы знаете, вот мне кажется, снова и снова к этому возвращаюсь, чрезвычайно важно мне, как человеку, ответственному за себя, за свою жизнь, найти это основание. Найти это основание, вот этого данного нам в Писании божественной воли миссии, и на это основание встать. И тогда, когда встал, самостояние человека, залог вот его успеха, это он сам стоит, сам отвечает, сам с Богом общается. И у него тогда есть внутренний мир, уверенность. Он тогда любые обстоятельства встречает легко и спокойно, потому что он знает, эта земля, она находится под проклятием. Моя миссия через этот холод жизни принести тепло, через эту
может быть, агрессию и ненависть, пронести любовь и прощение мне, не глядя на других, не ища там какой-то заступнической миссии, а невзирая ни на что, пройти как Христос. Вот этой вот личной веры, автономной веры, нам кажется, Христос ожидает от нас. Вы камни, Петр говорит, вы камни, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое. Вот это вот мое пожелание для себя прежде всего, потому что мы слишком зависимы, как про меня думают, как про меня говорят, что скажут, какие там у них есть ко мне отношения, и они меня все время в мясорубке молотят, молотят и истребляют меня, как меня. Еще в христианстве есть такой, он же привычный слоган, тут свое «я» надо убить, потому что ты должен исчезнуть, как я, ну и тогда и христианство, и безликое, и беспомощное. Есть в этом отношении, когда я горделивое, оно греховное, оно препятствие для спасения. Но ведь это нужно умертвить, чтобы возродилось я, христианское, благочестивое, верно смотрящее в путь, идущее верно за Христом, ответственно. Вы камни. Это моя характеристика высокого такого уровня стойкости, силы веры, силы победы. Я поэтому желаю моим друзьям вот в этом служении, спасибо вам, что вы открываете такие передачи, чтобы мир наполнялся не только хаосом и драчками, но наполнялся мир жаждой познания Христа Иисуса. Да будет благословенно ваше служение.